А теперь давайте рассмотрим еще один способ избежать дублирования логики. Это миксины. Итак, сейчас у меня есть ячейка, она квадратная. И поэтому я задаю ей одинаковую высоту и ширину. Но мне приходится дважды прописывать этот размер. И чисто теоретически я могу где-то опечататься. Так вот, чтобы избежать необходимости дважды прописывать один и тот же размер, ведь это квадрат, я могу записать эти правила в отдельном блоке, похожем на функцию. Он называется mixin. Как я это делаю? Я пишу здесь слово mixin. Дальше пишу его имя, например, square, поскольку это квадрат. Дальше ставлю скобки и внутри пишу переменную size. То есть я создаю квадрат определенного размера. Теперь, что будет частью моего миксина? Конечно же, необходимое правило. Это width. И здесь я указываю размер size. И то же самое я делаю для height. И здесь пишу size. Итак, теперь у меня есть миксин. Как он работает? В том месте, где мне нужно создать квадрат определенного размера, вместо указания конкретных размеров, я пишу здесь include. Дальше прописываю название миксина, это square. И здесь указываю конкретный размер. В данном случае это переменная cell-size. И теперь мы видим что в итоге у меня получается квадрат размером 60 на 60. То есть вместо include мы подставляем те правила, которые будут сгенерированы миксином. В данном случае это ширина и высота. А теперь представьте себе, что я хочу сделать на базе квадрата круг. Ведь по сути круг это квадрат со скругленными углами. Для этого я создаю еще один миксин. Называю его circle. Здесь я также передаю как параметр size, то есть размер моего круга. Дальше я создаю новый квадрат, то есть пишу здесь include, square, и указываю мой размер, size. Дальше, кроме того, что это квадрат, мне нужно скруглить углы. Я пишу здесь border radius и указываю значение 50%. Итак, теперь для создания круга я могу использовать Mixin Circle. Где мне нужен круг? А вот здесь, там, где я создаю фишки игроков. То есть вместо прописывания конкретных размеров и радиуса я просто говорю здесь include, дальше Circle и прописываю размер. А вот здесь у меня размер это player size. И давайте посмотрим, как это будет работать. Я сохраняю и вижу, что все у меня работает так же, как и раньше. То есть миксины позволяют мне переиспользовать какой-то набор CSS правил с определенной логикой. При этом в данном случае я создал миксин квадрат и переиспользовал его дважды. Во-первых, для создания квадратных ячеек. Во-вторых, в миксине Circle, который мне понадобится для создания круглых элементов.